А Бог подарил нам удивительную возможность. Если Бог продлит жизнь и благополучие в следующем году, у нас намечается массовая евангелизация ассоциации Билли Грэма. Для Молдовы это ожидаемое время. Мы соскучились, и для нашей страны и церкви мы все ожидаем пробуждения. Мы просим у Бога и молимся, чтобы Бог послал этот дождь пробуждения для нашего народа. Пусть каждая поместная церковь, все, кто несет служение, приложат все силы, усилия и старания в посвящении для того, чтобы нести этот труд. Некогда апостол Павел просил церковь в Ефесе, совершая служение и труд, он говорит: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования Христова». Мы нуждаемся в том, чтобы совершать молитвы. Молитвы и моления Богу и о всех святых, кто совершает служение, за этот труд, за это посвящение. И будем молиться о тех, кто сегодня еще не знает Господа. Пусть это молитвенное служение, которое Бог дает нам время для подготовки, оно будет усиленным, оно будет с верою, с постоянством и с дерзновением. Мы ожидаем от Бога благословения, мы ожидаем от Бога всех этих милостей и благ, которые Бог приготовил для каждой поместной церкви в радость, когда Бог прилагает спасаемых, чтобы ангелы радовались, чтобы Господь благословил и участие, и подготовку, и непосредственно все проведение. Да, благословит Господь эту программу и каждого участника. Аминь.